Всем привет! Итак, еще одна модель на тему американский футбол, но только уже женщина. Вот так она выглядит. Так, вот этот файл опять же будет в описании. Мяч с предыдущих моделей, шлем тоже номер 22 с предыдущей модели. Его можно подставлять, значит, за место вот этого дела. Так, значит, убираем вот этот шлем. Вот так выглядит наш персонаж. Ну, вроде симпатичная. Низкополигональная. Тут можно, конечно, еще немножко кое-что попеределать. Но я надеюсь, это вы уже тут, если кому-то надо, сами подкорректируете. Так, труселя. Здесь у нас выходит что? Здесь выходят у нас щитки. Также волос у нас Set Origin геометрия отдельно. Глаза тоже отдельно, не буду их вытаскивать. И обувь отдельно. Так, что здесь такое, да? Значит, шлем это скачанный. Персонаж, болванка чуть-чуть подкорректированная. Обувь скачанная. Так, волос. Волос тоже скачанный. Это уже, ну как, из программы это... Миксама Фус, по-моему. Кисточку по волосам я уже выкидывал именно для скачивания. Если кому-то надо, напишите. Я ее повторно закину. Ну и все. Тут выходит вот одежда, щитки. Так, ну это вот так вот выглядит. Так, присутствует мяч. Мяч скачанный. Шлем. Вот этот тоже скачанный немножко... перекрашенный, ну и подгон под голову. Так, что можно делать? Вот вы можете сюда его подставлять, менять ей, значит, шлем. Вот так все это дело будет выглядеть. Немножко его назад. Ну вот, ничего так симпатюшное. Вот так вот. Так, вот эту штуку, шов, на развертке остался. Его просто можно подкрасить. Здесь разрывов нет, просто, ну вот, краска не покрасила вот эту вот штуку. Можно здесь же зайти. Давайте посмотрим, как это делается. Выбираем персонажа, заходим в текстуры Paint. И мне задавали, кстати, этот вопрос, как это все дело сохранять. S нажимаем, закрашиваем. Наш вот этот шов. Вот мы его закрасили. Его не наблюдается. Но когда вы зайдете, значит, в Object Mode, у вас вот модель крашеная. Вам нужно теперь пересохранить вот эту текстуру. Смотрим, как это делается. Вот это окошко боковое. Здесь у вас есть вот текстуры. Вы ее находите, текстуру, как она называется, допустим. Называется она тело. Находим, так, значит, текстуру тела 3, по-моему. А, тело 001. Так, так, так. Обувь тела почему-то не присутствует. Так, тело третье, да. Вот название здесь. Тело третье, правильно я включил. Вот наша текстура. И как ее сохранить? Нажимаем вот на эту полоски вот эти и находим Image Save As. Он высвечивает, как сохранить. BMP файл. Вот он. Здесь ставим JPEG. И пересохраняем. Все. Сохранка прошла. Теперь, когда вы будете загружать, будет подгружаться именно вот эта вот текстура из этой папки. Так, что еще? Так, здесь вот кости из Миксама. Не захотел я свои вставлять. Во-первых, времени нету. Так, заходим в Pose Mode и смотрим, как тут все происходит. Так, Ctrl-Z, выбираем персонажа, кости. Все тут движется, но вы видите, что
туговато. Почему? Потому что пришлось, во-первых, сделать персонажа ну, чуть-чуть высокополигонального, так как вот здесь вот веки распадались в хлам. И думаю, если кому-то понадобится, да и вид вот так вот лучше с такими веками. Сетка у нее, конечно, давайте посмотрим, не сильно плотная, вы видите. Ну, ее желательно понизить. Или удалить вот этого персонажа. Он, в принципе, такой же. Здесь, если мы это дело удаляем, смотрим, что происходит. Заходим, выбираем кости, заходим в постмод. Ну, а теперь посмотрим, как это все движется. Вот все равно туговато. Еще так. Что может быть? По-моему, каска. Так, смотрим. Шлем выбираем. Да, шлем немножко плотный. Вот полностью модель. Вот мяч, шлем, вот этот вот щитки. Выходит 105 тысяч, ну 106 тысяч полигонов. Конечно, многовато. Смотрим, ну вот персонажа можно понизить. Так, это можно сделать децимейт. Так, смотрим, что у нас происходит. Ну, сильно понижать тоже не надо. Оставляем Apple. Вот у нас уже 67 тысяч полигонов. Если сейчас мы точно так же понизим каску. Так, где она тут? Decimate. Понижаем немножко каску. Тоже применяем Apple. И я не пойму, где еще этот полигонаж. На чем прет полигонаж? Так, ну щитки, трусы, вы видите, что тут вообще говорить о полигонах нет вариантов. Так, глаза низкополигональные. Так, ну давайте еще попробуем Decimate понизить еще тело. Смотрим, сейчас глаза, наверное, опять в хлам будут. Да нет, нормально. Вот мне нравится этим Decimate, что он сохраняет хорошо форму. И сейчас 48 тысяч полигонов. Это вот именно с мечом. Так, а у меча сколько полигонаж? Ну, мяч низкополигональный. Вот так все дело здесь выглядит. Надеюсь, вам видно. Тут сетки почти нет. Так, что еще посмотрим? Может быть, надо перепровязать вот эти кости. Давайте попробуем Ctrl-P. Width Automatic Widget. Тогда нужно будет привязывать заново вот эти, наверное, щитки. А ну-ка, смотрим. Postmod. Ну, вот уже работает лучше, но вот эти все щитки нужно, наверное, будет перепровязать. Ну или вставите свои кости, если кому-то, конечно, модель нужна. Я ее оставляю именно вот в такой комплектации для тренировок. Don't save. Вот в такой вот будет форме файл. Вы можете удалить эти кости миксамовские. И установить свои. Как это дело делается? Если вам нужно, допустим, чтобы форма осталась вот такая у персонажа. Заходим, выбираем персонажа и удаляем, применяем точнее вот эту Apple. Смотрим, на чем еще установлена эта Apple. Она так на каске здесь миксама установил. Ну вот теперь, когда вы все кости удалите, все, что не было применено, вот эта Apple арматура, разлетится. А к тому, к чему вы применяли арматуру, вот она остается в этой форме. Вот такая еще информация. Так, что еще бы рассказать вам? Ну, в принципе, все. Вот такая модель для анимации.
Здесь вы можете на ней попробовать, ну и на остальных, которые я выкидывал, именно попрактиковаться в блендер, повставлять кости, переделать развертку, допустим, перекрасить что-то. Ну так все-таки интереснее, чем просто кубы красить и всякие примитивы. Ну, на таких персонажах можно потренироваться неплохо. Все, всем пока, до свидания.